Бегония. Места нет, бедненькие. Мы их бы сейчас разомкнуть. Но места нет. У нас еще в пятницу, по-моему, очень холодный. Холодная ночь. Там минус один показывает. Ну, по-любому минус пять будет. Потом вроде бы потепление. Скорее бы уже скорее. Но тем не менее, смотрите, какие они хорошенькие. Вот кто это? А, подписан. Я думала, не подписан. Крем белый. Ой, такой красивый цвет. Цветочек такой симпатичный. Смотрите, что выросло с одного кустика. Это вот со 100-граммовых стаканчиков. Думаю, наверное, сейчас я еще пощиплю. Возьму череночков. Кто у меня заказывал, ваши череночки стоят. Все с ними хорошо. Корешочки пустили, но надо окрепнуть. Надо окрепнуть. После праздника, думаю, буду посылать. Может быть, даже чуть попозже. В избежание. Ну, чтобы они хорошо дошли. Чтобы они вас радовали. Смотрите. Ой, сейчас покажу. Вот. Надо срочно пересадить. Пришла. Хотела другими делами позаниматься. Огородными, овощными. Но нет. Бегонии срочно надо пересаживать. Они любят пересадку. Очень-очень любят они пересадку. Любят, когда корневую им тревожишь. Вот эти бы пересадить бы сейчас в кашпо. Но опять же нет места. Ну, щипануть надо. Вот кто это не подписан? Видать, муж сломался или что. Ну, расцветет, увижу. Вот, смотрите. Красотун. Места ему не хватает. Срочно надо ему в кашпо. А вот, смотрите, какой красивый. Обалдеть. Симпатулечка. Сейчас еще одного симпатулечку. Я обрывала цветочки, сейчас перестала обрывать. Видите, какой красотун. Ну, пересажу. Сейчас все равно найду местечко. Иди-ка я тебя вытащу, посмотрю, как ты выглядишь. Во, какой хороший. Общипанный. Все, надо пересадить. Надо дать ему место. Смотрите, сколько у него цветов. Цветов закладывается в вагон. Правда красивый? Очень-очень красивый. Сейчас посажу. У меня есть 4,2 литра кашпо. Один воткну. А может, два воткну, чтобы побыстрее. Так, это, наверное... Да, мой. Написан мой. Потому что я его очень люблю. И назвала мой. А это априкот. Быстрее всех растет. Так, в другой теплице. Цветет он у меня уже. Наверх подняла голову. Тоже цветет. Сейчас покажу. Смотрите, оранж. Солнышко отсвечивает. Вот. Вот такой красивый. Красота. Ой, это априкот. Надо пересадить тоже срочно. Вот видите, корешочки пошли. И пересадим, места будет больше, корневая пойдет вширь, и он у нас будет сниспадать. Ну, ампелечки, ампелечки. Ну, смотрю, сыренькие, не все, конечно, кто-то подсох, надо срочно полить. Но сейчас вот таких вот малышей пересажу, хотя бы в литровые горшочки. Пусть они развиваются и будут красивыми. Вот смотрите, какая корневая хорошая. Ой, я не могу поднять, боюсь сломать. Во. И сейчас я ее вот так вот. Тык, по чуть-чуть. И воткну в горшочек. Заглублять не буду. Ни в коем случае заглублять не буду. Боюсь, что подгниет. Вот как она есть, шейка, так и посажу. Хочу два посадить в один. Если что, потом перевалю в побольше объем и все. Шардоне. А вот смотрите, роуз какой компактненький. Он немножечко полкается. Ну, как и шардоне, в принципе. Но ничего, потом обрастет, и ничего не будет видно. Будет красивые висеть цветы. Сосулечки такие. Тоже плотный. Прям уже так чувствую, трогаю. Корни надо пересаживать. Ну, потерпим. Немножечко потерпим. Красавец. Красавец. Все-таки пересадила. Что, я ему не найду? 1,5 литра пересадила. Не найду места, что ли? Найду, куда-нибудь прибзну. Здесь всему не хватает места. Видите, все стоит.
и его куда-нибудь поставим. Девочки, кто с бегониями не дружит, часто слышу, что не получается с бегониями. Не заказывайте маленькие череночки. Возьмите лучше один большой. Вот, к примеру, вот, да. Снимите с него череночек и учитесь. Учитесь его выращивать, учитесь укоренять. Бегонию можно хоть осенью, хоть весной, хоть когда брать. Она зимой очень отлично дома зимует, даже растет и даже цветет. Не так, конечно, обильно, но подцветает. И в течение зимы можно спокойно брать черенки. Так, туда надо заставить сейчас все. Смотрите, что покажу еще. Бататы были в кассетках маленькие. У меня тут грунта не было. Вот буквально дней 5, наверное, назад не стала я ехать за грунтом. Посадила в чистый перегной. Говорю, что будет, то будет. Что случится, буду сама виновата. И смотрите, как я стала виновата. Они такие стали большие. То есть чистый перегной им очень-очень понравился. Прямо на глазах они у меня вымахали. Вчера поливала, горшки мокрые, тяжелые. Со шланга просто холодной водой полила. Так устала, просто полила холодной водой. Все. Они распушились, они при том были еще прищипнуты, видите, просыпаются. Такие красотуны. Но все хотят тепла. Надо им тепла, надо им воздуха на улице. На улице непонятно, что творится. У нас ветер еще такой холодно. Я уже сейчас даже это... не подкармливала последние разы, чтобы они немножко утихомирились. На улице они потом попрут расти. А вот красивый какой. Надо тебя прищипнуть. И взять черенок фуксия. Вот этот виду хочу вывести на штамп. А, не получится уже на штамп. Ну ладно, пускай пушится. Видите, какие хорошенькие. Все хорошенькие. Все красивенькие. Калибрашечки начинают зацветать. Смотрите, тоже какие симпатичные. Где ты там? Не видно. Вот. Красавчик. Тоже хотят объем. Вот малыша надо пересадить. Корни вот уже видно. Вот, видите. А кто он? Тоже не подписанный. Пусть растет, зацветет, увидим. Самарскую лидию сейчас покажу. Вот она. Пересаженная. Со стопочек уже сразу... в 0,5. Сейчас обрезала. Вот, вам обрезать не буду, потому что не симпатично будет выглядеть. А так симпатичнее. Сами обрежете, может, череночек возьмете. Вот, пошла расти. Череночек снят. Будет хороший кустик. Вот она вся. Симпатулечка стоит. Ну, там подсох, надо подлить. Это мои композиции. Трава растет. Давно, кстати, я их посадила. Сразу большой объем. А были в 100-граммовых стаканчиках. Ну, ничего, вот-вот только начали нарастать. Ничего, нарастут. Все нужно на воздух, все нужно. Коллизия, смотрите, посадила специально в такой высокий горшок, чтобы он стоял, и шапка наросла. Красавец. Кстати, я вот именно на этом кустике насчитала 31 шапку. Ну, там и маленькие, все собрала. Растет общипок мой, это маточник. Колюсы тоже бушуют, просто бушуют. А здесь закрыто, солнца нет, и, естественно, еще... яркость не вся. Красавица. Бальзамины. Обрабатывайте бальзамины от клеща, и ничего не будет болеть. Никто их не сожрет, и будут такие красивые, здоровые. Вербенник, ой, этот, будра, тоже просится пересадить. Она прет, растет, бедненькая, по-моему, в 84-й кассете. Ну, огурцы у меня вытянулись. Первый раз я попробовала на рассаду огурцы посадить. И куда вот их целый вагон? Я себе сажаю всего 3 огурца. Перчик сейчас надо пересадить. Перчик и помидорчики. Вон мои кабачки.
Недавно только снимала, были только семидоли. А сейчас, смотрите, оп. Сказали, что заглублять можно. Но это замечательно. Кабачков побольше посажу, потому что собаки. Буду варить им. Вот она, прикот. Уже отцветает. Вот. Здесь у меня посажены. Вот смотрите, прям по листочку видно, что пора это полить. Немножко лист так подвял. Вот здесь вот лист хороший. Ну и да, земля влажненькая. Солнце не любят. Вот на солнце чуть-чуть, и видите, сразу ожог. Моментально ожог. Моментально ожог. Красавец какой. Мои маточники все общипаны, обрезаны. Бедненькие. Гортензию заказывала зимой. Смотрю, цветет. Пересорт, сплошной пересорт. Это с фирмы. Пришел с фирмы пересорт. Номера стоят разные, а в итоге они вот цветут беленькими. А вот смотрите, какой красивый. Будет такой кроваво-красный. Тоже общипал его. Что-то завял. Маленький такой, а уже с цветочком. Бесконечное лето. Подождите, а может нет? Да, бесконечное лето. Их же несколько сортов бесконечного лета. А зимой-то отлично, только один сорт. Старый у меня сорт. 5 яичек сегодня одно утро брала. Но вечером, может, еще будет. Вчера было 11. Надо забрать. Такие крупненькие, хорошенькие. Девки, девки. А что я натворила здесь? Я выкопала все кустарники. То есть можжевельники, спиреи, все. Уже были большие такие лошади. Все повыкапывала. Сейчас мне здесь все надо сравнять. Вот здесь был у меня прудик. Вот камушки от него остались. Тоже каким-то образом надо отсюда убрать. Не понимаю, как я их сюда привозила. Где только находила, там и собирала. Вот мне же надо было тогда. Все сравняю. У меня перегной. Натаскать сюда перегною и травой газонной засею. А вот тут у меня вот все по периметру. Гортензии. Там возле забора тоже гортензии. Много гортензий поменяла, другие посадила. Ну, спокойно мне не живется. Надо что-то переделать. Сейчас пойду дальше ковыряться. Пересадила. Бекони немножко отдохнула. Сейчас буду возить землю. Перегной на тачке вывозить. Привет! Привет, красота! Мама не взяла тебя с собой, да? Не взяла тебя, все, будьте мои, я все, Люська, всех вас попрятала. А потому что не надо прыгать, бегать и грызть все кустарники. Газонная трава моя еще не взошла. Ну, кошка зато там старается ходить в туалет. Днем вытаскиваю на улицу, вечером затаскиваю домой. И так каждый день. Ветер. Какой ветер. Красивый цвет. Не передает цвет, он такой красноватый, больше красноватый. А на камеру смотрю, он розовый. Очень красивый цвет. Этот красотон в терраске стоит. Посмотрите, какой насыщенный. Тепла, тепла, хочется тепла, все уже вытащить, хочется, чтобы все наросло. Красоты хочется.